Здравствуйте, вы на канале Asmodee Play, и сегодня мы продолжаем играть в Beast Inside, зверь внутри. У нас это пятая глава. Отремонтировать старый домишко не самая большая проблема, с которой мне предстоит столкнуться. Здесь происходят очень странные вещи, например, кто-то стащил наш предохранитель и засунул его в труп оленя. И как будто мне было мало проблем, позвонил мой босс и начал твердить про нерасшифрованные советские телеграммы. У меня голова забита от такого количества мыслей, можно свихнуться. Мне по-прежнему кажется, что все это связано с воспоминаниями Николаса, но четкой связи я пока не вижу. Он не видит? Ну а мы-то видим. Что? Черт, как включить дневники столетней давности? Да ну, это невозможно. Не знаю как, но это сработало. Может, если я найду другие страницы из дневника, если эти телеграммы вообще можно расшифровать, я должен цепляться за любые возможности. Скажу Дэвиду, он ушам не поверит. Я добился большего, чем вся его команда вместе взятая. Так, кто скрипит? Позвонить Дэвиду. Хорошо. Позвоним. Так, машинки Энигмы. Так, черт, советы не только планируют транспортировку ракет прямо у нас под носом, но и знают о делах ЦРУ, а значит, у нас завелся крот. Начало операции «Мертвая тишина». Развертывание ракет на подводных лодках вдоль запада побережья США начинается в ночь с 6 на 7 октября. Системы радиоэлектронного подавления протестированы и полностью введены в эксплуатацию. Из достоверных источников стало известно, что ЦРУ все еще расследует дело русского дятла. Ждите дальнейших сообщений. Ну давайте возьмем его. Так. Смотрим. Это у нас... Ай, это мы уже смотрели. Так. Чтобы изучить деятельность известных мировых криптоаналитических, необходимо сначала самим разобраться в основах дешифрования. Сумейте расшифровать все спрятанные здесь имена. Числа соответствуют отдельным людям. Используйте диск Цезаря, чтобы познакомиться с великими умами криптографии, которые нередко меняли ход истории. Готовы принять вызов. Так, ладно. Мы-то готовы. Только нам это сейчас не надо. А что нам надо? Нам надо позвонить. Вот и пойдем звонить. Телефон. А, телефон же в коридоре у нас. Так. Звоним. Адам, что-то нашел. Как это вообще возможно? Клялся, что они в тупике. Продолжай приглядывать за ними. Мы будем на связи. Черт. Видать, они прослушают мою линию. Как им вообще удалось так быстро выследить меня? Ах ты ж, бля, выходит, они и правда могли добраться до Гарда. Взять в кабинете локатор. Если не ошибаюсь, локатор должен быть где-то в кабинете. Ну, давай второй откроем, что тут ходить-то будем. Надо было локатор сразу брать. Конечно, взять. Так, найдите квантовое облако. Так, если не ошибаюсь, на Z. Нет, X. Так. Квантовое облако. Ну, тут ничего нету. Давайте поищем квантовое облако тогда. Так, закроем. Твою ж мать. Не хочу поднимать панику, но я кого-то видела.
видела она. О чем это ты? Тут кто-то есть у входа в дом, но может быть кто-то из офиса? Ну, знаешь, по работе. Дэвид, ты меня предупредил. Твою мать, теперь я все понял. Ты же, думаю, они хотят нас сцапать, так что ничего удивительного. Еще тут кто-то бродил пару дней назад, видела его мельком, за деревьями. Я решила, что упоминать об этом не стоит. Мне могло просто привидеться. Я не хотела устраивать панику. Нам и так хватает проблем. Эмма, ну ёб твою мать, я не в пекарне работаю, я работаю правительством, мы даже в горной хижине не можем чувствовать себя в безопасности. Не выходи из дома, запри двери и окна, я разберусь. Сядь на цепь, зайди в будку, спрячься в доме, в норе, в дупле, в логове. Попробуй найти что-нибудь с помощью локатора. Так, давай посмотрим, что он нам покажет. Машина? Нет. Ой. Ой. Так, так, так. И что же нам покажет? Есть процент. Так, нет. Сюда. Твою мать, он опять в лесу. Как я этого леса боюсь. Учитывая с прошлой главы, я его еще больше стал бояться. Так. Что, где-то здесь. Ну-ка. О, так я в нем стою, вот он. Давай. Так, и что же мы видим? Обнаружена аномалия. Где ты? Вот она ты. Ли. И. Обнаружено. Блин. Так, она где-то наверху, что ли, понять не могу. Вот она. Блин. Не попал. Вот так. Где наши деревья? А, вот он. Сейчас посмотрим, что за тело здесь спряталось. Ближе, дальше. Какое расстояние должно быть? Этот выглядит так самоуверен, что просто подходит к дому и шпионит за нами. Да, он именно такой. Козел. Так, может здесь что-то осталось от него? Ходил, смотрел, тварь такая. Так. Мы нашли его. А вот... Что он хотел? Что хотел? Откуда пришел? Будем знать, так всегда очень четкий. Квантовое облако должно быть где-то здесь. Не где-то здесь, а где-то вот тут, если быть точнее. Господи, какой-то могильник. На вид старый, интересный. Так, качель. Качель. Хотя могла быть и виселица. Все-таки ужастик. Так, линии почти соединились, совсем близко к источнику. Конечно. О, дом на дереве. Господи, я даже не знаю, где я. Так. А мы не посюда ли приехали? Нет, вон машина стоит. Твою ж мать, какое большое
Карта. Ну давай. Где ты? Так, что это? Тебе не спрятаться. Этот ублюдок не только следит за мной, но еще и пытается запугать на моей собственной территории. Тебе не спрятаться. Давай. Здесь он перебрался на другую сторону. Подняться в домик на дереве. Хорошо. Вот это калитка ж. Так. Что? Вот. Давай. Ползи. А, выламывать. Выламывать мы любим. Раз. Так, так, так. Так. Все правильно иду. Так. Надо выломать эти доски. Так. Пока не знаю зачем. Но здесь я не точно. А, вот зачем. Наверх поднимемся. Так, так, так. Что? Ага. Давайте ними. Вот так. Опаньки. А потушеньки. Так. Где прибор? Не хватало еще. Давай-ка музыка. Не пугай меня. Хватит. Накричался прошлой ночью. Да шучу, давай, конечно. Итак. Что мы здесь видим? Все полуразрушенное такое. 70. Так. Упаду, не упаду. Пока не падаю. Вот он. Ага. Надо вот здесь сканировать. Ну. Как это? Ага. Так. Ну, ругаться не буду. Как он забрался. Тут все аккуратно устроил. Так. Что тут есть? Он живет, что ли, здесь? Так. Поверить не могу, он снял ее в день нашего приезда. Ему с самого начала было известно, когда и куда мы приезжаем. О, жена. Че? Ой, так, давайте-ка посмотрим еще разок по записи. Нам же надо прочитать ее. 22 августа 1979 года. Дом, милый дом. Знак вопроса. Чему? С обратной стороны... Ничего нету. Ладно. Ну, тварь. Ну, жалко, что физиономии не видно. Так, ладно. Подняться в домик на дереве. Ну, поднялись. В один домик. Теперь что? А второй домик? Как мне отсюда выбраться? Так, люк, 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 люк. Нет, 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 нет. Давай, давай. Так. Он стоял. Что ты здесь стоишь вообще? Так.
Не выходит. Тварь такая. О! Что это? Зажигалка. Или нет? Или микропленка? Вот меня так просто не делаешь, стоять, слышишь? Да, гнать шпиона. Ну. Давай. Давай. Вот так. Так, так, так. А, тут один вход. Ладно, понятно. Вот один. You can run, but you can't hide. Стоять, тварь. Сам-то за дерево по-любому убежал. Скотина. Вон он. Беги, инвалид. Отмани челу, так ты бежал прямо-таки. От меня так просто не отделаешься. Это сейчас, ага. Скотина. Убежал, закрылся. Давай посмотрим, что здесь. Так. О. Банк. И куда нам его тащить? Тащить, тащить. С этой стороны тащить, что ли? Даже смысла не вижу. От балка то, что упало. А. Вот так и здесь проходится. Ну так, козлина, ты готов? А, у меня фонарик есть. Молоток. Вот я хочу оружие себе взять. Так, рюкзак. Да, фонарик, тварь. Включаю уже. Так. Это кто ли? Так, гоняясь за шпионом по пещере, скажи мне, кто такой индивидуализат, я бы счел его дебилом. Да, я бы тоже бы счел такого дебилом. Пещера. Лазит все это. Так. Стоп, это он. Тварина такая. Здесь я не пройду. Так, ну это я и сам понял, что не пройду. Так, а где пройду? Прыгать, как Индиана Джонс. В легкую. Так, свечка, каска. Что у нас здесь имеется? Отдельная комната. В отдельной комнате нету ничего. Но нас это не огорчает. Прыгнули, успели, подтягиваемся. Ну что ли, мать-то, реально испугался ботинком по морде-то. Так, быстрее плывем. Ну, я думаю, ботинком по морде это еще самое безобидное, что здесь могло со мной случиться. Вот если бы это был какой-нибудь маньяк некрофил, он бы мог убить меня и изнасиловать. Вот это было бы страшно. А так не страшно. Ботинком по морде. Вот так, вот так, вот. Меня хрен убьешь. Я как кандель непотопляемый. Да. Так, что у нас здесь? Что, что, что? Есть что-то хорошее?
Молоток, кусочек цепи. Он меня все время бьет. Почему я не могу его ударить? Я тоже хочу его пиздюлить. Так. Так, так. Давайте посмотрим, пока она закрыта. Это подняться или спуститься там надо будет. Я так думаю, что мы еще туда вернемся. Попадем другим путем каким-то. Так, табличка, шахта. А, это по ходу дела шахты, которые разрабатывались. Так что здесь еще кто-нибудь может быть даже. Так, так, так. Посмотрим, что нам может предложить данная локация. Тут ничего, тут никого. О, где этот петушара? Так. А, вот мы на другую сторону пробрались. Блин, так он же как-то мне по морде дал, когда еще был на той стороне. Он же как-то туда-сюда ходит. Вот там, как он прошел? Так как я не мог пройти. Значит, этот петушара где-то еще лазит. Лазейки находит. Так. Ну, давайте к нему в убежище зайдем, посмотрим. Что у нас тут? Так, так, так. Что он нам приготовил? Нас что, ничего не тревожит, что ли? Ходи где хочешь, бери что хочешь. Выглядит не очень надежно. А куда деваться? Идем, идем. Опять. Эх, повторяйтесь. Давай ботинком по морде и нормально. Нет? Пинок под жопу. Что? Что меня ожидает? Едва пронесло здесь. Меня могло бы и не быть так. Могло бы. Как ты? Ага. Вот такой вот он. Посмотрим. Цепи. Цепи. Все что-то натянуто. Че для чего? Гномы, что ли, здесь жили? Такие шахты цепями что-то все. Так. Так, так, так. Ну давайте, кто меня выдернет на этот раз? Так. Обшоркаем свой голову костюм. Запятнаем его. Давай, давай. Так. А ведь я еще на свадьбе хотел в нем погулять. А тут так получилось. Испортили костюмчик. Ну ладно. Лес, природа. Волки, медведи. Куда вот я вышел? Опять река. Так, раз я реку один раз пересекал, значит я буду пересекать ее в обратную сторону. Если только тут не местность, одна из рек состоит, река на реке. Поэтому теоретически я должен выйти к дому. Когда-нибудь, любая змея. Мне нужно пробраться на другую сторону. Ну как? Так. Вот. Ну как? Как и кверху? Как? Так. Что у нас здесь? У нас здесь. Опа. Это что такое? Надо откусить что-то там. Где-то. Так. Моя попытка номер 5. А я любила его. Напрасно, видимо. Вот как туда мне сейчас попасть. Тебя я независимо. Подруги просили слезно. Спасайся, агент, пока не поздно. Держись от него подальше. Значит, действие там. Так,
телеге точно ничего нет? Ничего. В бочке? Ничего. Так, так, так. Цепь. Ну, мне цепь перерезать надо. Так. Я что-то не понял. А, вот. Ну, иди. Так. Зашел. Что мы видим? Поджечь его. Все сжечь. Давай. Слишком очевидно. Ну ничего страшного. Это вот из этой хрени вот. Что за непродуманная штука? Так. Ну вот. Этого не видно, козлин? Не видно. Так, залазим. Смотрим. Так. Мачете старое, но все еще очень острое. Такими лезвиями расчищали дорогу в джунглях, так что может сгодиться и в обычном лесу. Так. Так, ну давай. Будем рубиться, значит. Ой. Прошу прощения. Дрова запасаем на зиму. Давай. Раз, два. Раз, два. Надо, надо порубиться. Партии зеленых на тебя нет. Я могу здесь пройти. Где эльфы, защитники леса? Пройти по кровавому следу. Так. Так, так, так. Так, так, так. Так. Ну где ты, дятел? Господи, я еще и что, назад что ли иду? А вот тут река непонятная какая-то. Так, обнаружена аномалия. Так. Ищем, ищем, ищем. Давай, 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 давай. Так, так, так. Попал. Своего рода какой-то дендевский пистолет. Так. Что у нас еще? Где? Вот здесь вот. Так. Так. Господи, это я куда вышел? Это мельница. Так, ладно, давайте посмотрим. У меня где-то тут что-то было. Вот она. Так, он повернул налево. Значит, я почти догадался. Значит, он туда повернул. А выбежал отсюда. Козлил. Я знал. Я знал. Ну не знал, ладно. Догадывался. Так. Куда бежать? Туда. Все правильно, значит. Так, тут еще наверх есть. Но мы идем вниз. Нам, значит, наверх надо. Так. Ну, давай, Ирод. Так, так, так. Я не пойму.
Так. Вот так вот. Он пролез туда, придется вдохнуть поглубже. Господи, я даже не видел ее. Ладно, у меня тут чудо-прибор есть. Открою секрет, у меня еще один чудо-прибор есть, который сейчас трется об скалы. Из-за чего жена у меня там беременная. Так, ладно. Идем, идем, идем. Давайте так, только днем, чур, не нападаем. Так. Уже выглядит не очень надежно, но может удастся пройти. Господи, это ж сколько времени он здесь. Так, ага. Угробил на все вот это. Так, 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 я падаю. Не падай. Не падай. Я же сказал, не падай, тварь ты такая. Так, загрузись, последнее сохранение. Так. Здесь мы уже пробили. Поняли, что он сюда ползет. Так, мы бежим, бежим. Бежим, бежим. Где это расщелина? Ага, пока не сфотографирую, не пролезет. Так, придется вдохнуть поглубже, давай. Ползи, ползи. А где-то скальные рисунки. Охота на мамонтов. Так, осторожней. Выбегаем. Да хоть утрещись. Так. Вот так. Подрастерял форму. Все нормально пока что. Так, что тут? Так. Ну, это просто декорации, как я понимаю. О. Так. Так. Так, так, так. Я освобожу дверь. О. О, в пустых. Так. Хрень какая-то. Ладно. Да знаем. Идем, смотрим. Так. Я понимаю, мне вниз придется падать, по ходу дела. Другого варианта я не вижу, если только разбежаться. Давайте разбежимся и посмотрим. Сможем ли мы перепрыгнуть? Хрен там. Так. Сюда. А, мы, значит, правильно идем. Вон тут. Краска все измазана для нас специально. Так. Могу уж тропинки покрасить тогда. Не знаю, разделительные полосы начертить. Так. Давай, давай. Дуй вперед. Так. Со своим фотоаппаратом. Это домик, который построил Джек. Так, понятно. Блин. Вот я хотел в эту тупую руку засунуть. Похоже, что-то спрятал. Что там спрятал? Порядок, я от него оторвался. Сейчас нахожусь в заброшенной гостинице. Все идет по плану. Гостиница. Спасибо за подсказку. Долбоёб. Я не люблю ругаться здесь. Так, добраться до гостиницы. Я помню, у меня
плохие воспоминания с этой гостиницей. Даже не девушку пригласил, а какого-то, не знаю, демона бежал от этого судьи. Судьи, что ли, там шкуру спустили, что он таким стал. Он еще почему-то полусгнивший. Почему полусгнивший, не знаю. Либо он должен быть весь сгнивший, либо не сгнивший вообще. Почему наполовину-то? То есть он лежал упокоенный там, сколько-то, пока его грызли. А потом, ну его нафиг пойду. Как он себе это представляет? Такого не бывает. Так, в гостиницу. Я уж не помню, как я там бежал. От призрака-то. Ну хорошо, улепетывал. Кто это? Так, интересно, перевод есть? Шоры. Повар. И так. Так, предположим. Так, первое есть. Ну туда. Где гостиница-то? Хилсиден. Хрен его знает, я вот английский не знаю. Так, поэтому не знаю, куда бежать. Ну, я думаю, навряд ли это гостиница, правильно? Так. Поэтому здесь нам делать нечего. Можем сюда сходить, посмотреть. Вот. Ну, что-то хоть по фонарям, я... Так, здесь нет гостиницы, последний путь остался. Вот методом тыка. Ну-ка, точно не считаю. Это буду выглядеть долбоёбом. Красная палатка какая-то. О, кто в теремочке живет? Что у нас тут спрятанная палатка? Брошенные вещи. Кто-то все же здесь убрался, не так и не вернулся. Почему? Ага. Давайте посмотрим. Нет. Лопатка. Удочка. Так. Как не в палатку-то заглянуть? Самое-то важное. Самое-то важное. Как я узнаю? То, что... Если... Палатки могут быть... вещи. Ну, да ладно, идем смотрим дальше. Гостиницу еще кого-то. Этот гостиница, кто так строит? Так, что у нас здесь? Давайте еще разок. Так, так, так. Сколько этот бедняга уже тут висит? Странно, что его никто не искал. А рюкзак, похоже, упал, стал бедняги, он едва держится на ветке, думаю, я смогу. Вот так. А как ты к нему пробраться-то хочешь? Так. Ага. Так. Вот так. Сбил. Так, так, так. Здесь у нас что? А, здесь у нас проход к рюкзаку. Вот, значит как. Так, вращать. Альпинистская веревка очень крепкая, может пригодиться. Конечно. Так, на этом все. Что-то трупак. Что за неудачливый десант? Так, музыка. Музыка, ладно. Если это просто музыка и без последствий, то ладно. Не поднимается, нет? Нет. Слишком шикарно. Хорошо. Так. И вот сюда, сюда. Вашу мать, да где гостиница-то? Так, калитка. Очередной домик.
На дереве. That mine shaft looks deep. Так, какой глубокий колодец в шахте, может, через него можно спуститься. А вот тебе и веревка пригодилась. А зачем мне спускаться? Пока не знаю. Так. Давайте посмотрим. Могу я труп этот подобрать? Так. На. Так. Нет, здесь я не могу пройти. Так. Вот хочешь человеку помочь, а не можешь. Чувствуешь бессилие. Так. Ну и хрен на тебе. Хотя, по идее, как-то по ней надо его все равно снять. Ну, на мой взгляд. Так. Ну, у нас... Ворота закрыты, нужно найти другой путь. А вот там у колодца пригодился. И веревка, и колодец. Так, так, так. Смотрите, как удачно. Вот все по пути попалось. Поехали. Все по пути. Ну вот так вот пробежал бы я мимо кустика и все. Поэтому говорю, оглядываться надо. Оглядываться. Ну, сколько можно ползти, давай уж. Вот. Молодец. Итак. Что у нас здесь? Сюда. Так, ползем. Ползем, ползем, ползем. Ага, вот. Так, нет, 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 нет. И вот. И вот так. Ну что, я мать-то? Если я как прыгун. Обожравшийся хрен знает кто. Так. Угу. Что мне от тебя надо, блин? Вот так вот, если... Так. Вот так, через shift обыскать руины гостиницы. Так, похоже на руины, кто-то больше знает, что здесь произошло. Что здесь произошло? Хреначился я здесь. Так, как туда зайти? Так, так, так. Дверка. Кстати, зашел. Хорошо, что здесь один этаж. Сейчас еще подвал какой-нибудь окажется. Что-то конкретное, походу, мы будем здесь искать. Брошку, спичку. Так. Что именно еще, не знаю. Так, что у нас? Порядок, я от него оторвался. Сейчас нахожусь в заброшенной гостинице, и все идет по плану. А, так мы это идем. Да, он пошел. Who is he? Так, что он здесь спрятал? Давай, где ты, козел? Вот там, кстати, доску, походу, надо выломать. Так. Нужно как-то повернуть сейф, чтобы до нее можно было добраться. Голыми руками не получится свернуть. Ну, давай посмотрим, что в руки можно взять. Для начала мы возьмем себя в руки. Это нам уже не раз помогало. Так, присели, сели, встали, сели, встали.
Обугленные руины советские власти хотят, чтобы так выглядело. Что выглядело? Ну, наверное, Америка. Как они их не любят, советы. Так, о. Смотреть. Так, разбитая лампа. Может, это из-за нее сгорела гостиница? Поразительно. Как что-то настолько незначительно может причинить столько вреда? От этой мысли у меня мурашки по коже. Конечно. Так. Примерно мы поняли. Вот тут второй этаж. Господи. Когда видение это будет, черт, это не то, чтобы я боюсь высоты, но тут нужно быть осторожным. Видение, когда будет, я поди устану здесь бегать. Так. О. Взять металлическую трубу, может быть, ее получится использовать как рычаг, чтобы поднимать тяжести, например, сейф. Да, мы сдвинем. Спихнем его. Так, ага. Вот так. Давайте. Так, надо взяться. Давай. Почему именно так? Так, еще разок. Ну-ка, хорошо, если это в другую сторону. Вот. Давай, и сейф на тебя сверху. Давай. Жаль. Упади на меня эта штука, хрен бы меня кто нашел. Ну, вообще-то я на это надеялся. И вообще, что это за место такое? Что в этом чертовом сейфе? Как я и говорил, подвал. Как его открыть? Можно найду подсказку в этой комнате. Так, хорошо. Ну, я так и думал, что... С какого бы я знал шифр вообще? Так. Пойдем сначала сюда. Сюда. Скорее всего, сюда и надо выйти. Это, наверное, здесь. Давай, ломай быстрее. Ломай. Ломай меня. Еще, еще. Вот так. Так. Что мы видим? Что здесь имеется? Господи, одни маньяки тут только. О. Без проблем. Кто-то записал сюда комбинацию от сейфа, но какие мне нужны цифры? Так, помните ответ отсутствует. Так. Так, так, так. Так, твою мать, ну и как тут хоть что-то понять? Сейчас посмотрим. Второй, второй, второй. Ну, предпоследний, возможно, это будет. Так. Только что предпоследний? Здесь единица. Ты аж целых три единицы. Так. 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 И что же у нас получается? 4-5. Так. Я думаю, это 3-9-5-0. По подчеркнутым цифрам. Я так думаю. Так, сейчас посмотрим. Понимаю, здесь должен быть недалеко. Так.
Открой. Я что держу? Три, пять, три, девять, пять, ноль. Так. Не понял. Подождите, отвлек. Так. Три. Девять. Пять. Ноль. Так. Давайте еще раз посмотрим. Так. 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 Девять. Три. Пять. Есть еще небольшой вариант. Так. Где ты, бегунок? Вот. Три, девять, пять, ноль. Так. Ну-ка, если 5 и 0 поменять. 0. 5. Боже, не получилось. Так, ну-ка, давайте-ка еще раз. Ну, расшифрую. Так, стой. Может, где-то что-то, что-то. Правильного ответа не существует. Помните, ответ отсутствует. Так. Помните, ответ отсутствует. Если отсутствует, то значит нали выставлять надо. Так, ну-ка. Да. Твою штанать-то. Блин. Опа. И со своими нолями уйди. Так. Давайте попробуем. Раз отсутствует, значит. Нали. Нет. Так. Ну-ка, которого нет. Давайте посмотрим. Ответа нет. Так, я нажму на паузу и пока посмотрю эти коды внимательнее, чтобы вам не было скучно. Так, вот. Есть еще одна закономерность. Некоторых цифр нету. Ну-ка, давайте попробуем. Некоторых цифр там нету, если посмотрите. Так. Долго смотрел тоже. Вот, чтобы вас не утомлять. Так. Еще 6 и 1. Так, 6. 1. Так, ну-ка, давай-ка поменяем-ка. Попробуем так. Ух ты, ну вот, ну наконец-то. И что же мы тут видим? Записка. Судья пытался меня задушить и задушил бы, если бы не... Глава 6. Ну что ж, на сегодня все.
Подписываемся на мой канал, ставим лайки. Теперь канал у меня называется Asmodee Play. Я взял свой исконный псевдоним Покедова.